Ассаляму алейкум, сайгылы телесер джилер, эфирде хабирлер, студия Дамен Фатиме Сейдаметова, Чалышам, Вешымды, Кысатха, Бойле, Малюмат. Краснодар Дживарында фаджа су басуф нетижесінде 6 адам эляк олды, бұрысы ғайып олды. Ватаны хурчаламақ, бүгін әрбейджелер студентлерге контракт хызметнің хусусетлер ақта тариф еттілер. Милет телеканалы сынырларыны кенішлете, да бұркой енді Русияде бұрынжы қырым татар телеканалыны сейір ете біле. Ярмада или Бераберликте Хави Чемас Ахмезджете Дюртунджу Мумхарам Хави фестивале кечта. Буведи Гер Хабирли Рахта Килиджек Игр Мода Хадева Манда. Сергей Аксенов Краснодар Дживарнан Сакинлерне Тазилерна Бульдарда Бусул Басу в Девамандале Кулхан Ларли Багла Храмнан Юлбашчасы Хадет Теке Джумхурет Казанан Нетиджилеры Йохату в Декире Клеярдам Костермигезер. От имени всех крымчан выражаю жителям Краснодарского края самые искренние и самые глубокие соболезнования в связи с гибелью людей во время наводнения. Мы разделяем скорбь родных и близких погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Хатрулатама Субасу в Нетиджесанде, Алтын Саныля Колда, Буафта Девамында, Краснодар Дживарында, Кучлю Яхмурлар Яхды, Кымер Ерлерде, Сув Севесы и Кыметр Гиетта. Озевлерны 460-тан зияды инсан теркетті, бенден зияды иншатны суф басты. Топ Севи Апширон районларында Февхуляде вазиет низамы кірсетілді. Кезлевде актуальные вопросы реализации государственной национальной политики и противодействия экстремизма в Крыму серлевалы чықыш семинар олып кечті. Топлашыбны Джумхуретнан милетлер ара комитеты тешкілетті. Хавсызлық темен ету в мевзусны ярмададаки эпысы муниципаль тешкілетларнын векілері музыкере еттілер. Тавсилетлары Лилия Виджат. Девлет милиция сетанан стратегиясы. Бугун Крымда Джумхури Акимиет ве Ярамаданын муниципалитетлері арасында сувбет тізіле. Милетлер араму обетлігі солярны бугун чықыш топлышывында музыкере еттілер. Тедбірде Крымнан Эпс район ве шерлернын мемурет векілері бұлындылар. Сейчас все муниципальные образования собрались те, которые в первую очередь на местах ответственны за этот вопрос. И в открытом диалоге решаются любые проблемы и задачи в этой сфере. Сонкы вакаларны назарға аларак экстремизм ве терроризмның огын алмақ үшін профилактик чәрелер бақылуға актуаль мевзу олды. Мемориятлерінің елбашчылары қайт еткенлері экстремистик бақышлар пейда олуының себеплерінден ерлі структуралар формаль шекілде чалышқаны ола біле. Тамым районларда проблемаларға диқат айрылып, Джумхури меркезге хабері тілмек керек. Сегодня и Государственный совет, и Совет министров, власти Крыма сегодня анализируют сложившуюся ситуацию. И буквально в ближайшее время будет выработан комплекс мер, направленный именно на противодействие экстремизму и терроризму. Те методы, которыми мы до этого работали, они оказались недостаточными. Мушаверынын эсас мевзусы, меселлер чизулювінде тежрибейлі пайлашмақ үчін, он айтлы муид яратмақ, деп саялар иштракчилер. Муниципалитетлерде, вемеркезде, мутихасыслар арасында фальсув бет музбет берер. Получился такой живой диалог, когда представители муниципальных образований могут как внести свои предложения в те или иные мероприятия, а также получить необходимые вопросы, которые на сегодняшний день им необходимы для работы на местах. Мы все понимаем, что работа на местах – это главное является, то, где, откуда все начинается. Поэтому сегодня такая очень живая дискуссия. Чықыш семинарлар енді Ахмежетте, Алуштада, Вейеді Хую районында кешті. Енді Кезлевгенев бет келді. Кележекте более мушаверелер эпсы районларда кечірледжек. Лилия Виджат, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ватан ве топрах үшін хызмет етмек. Бүгін Ахмежетте, ярмада арбей қысымларының векілері студентлерге контракт хызметінің шартлары ве талаплары ақта тариф еттілер. Ордуда хызмет етуінің ағырлықлары ақтады сөз көрсетілді. Мевзуны Мухамеди Киряев девам етер. Мында оркестр Танград адлы арби машинаве аскерлер бар. Олар осияны экипировкаларыны көстерелер. Контракт бойынша хызметіні реклам етмекіні арбичелер яхшы білелер. Основная цель проводимого мероприятия – это популяризация военной службы по контракту, доведение условий прохождения службы до населения нашего Крыма.
чтобы молодые люди, мотивированные на защиту Родины. Колледж студенты Вадим Мелехов и Чун Русия территория Санда хазметет мек буюк гурурдар. О даухы ама орду яшайши леме рахлана. Егит эпос ахрыл хварха азыр. Нишам тертеп арби урба эршей оа келеше. Контракт мне нравится тем, что ты вот именно вот пойдешь служить, да? У тебя будет, ты будешь сам для себя это делать, то есть ты ни от кого зависеть не будешь, вот чисто для себя, вот только ради этого. Бугунки кунге контракт бойынша хызмет эткен эрбір кышынын айлығы яхшы, ама контрактник олмах енгіл-дегіл. Бунын ичын инсанның беден азырлығы яхшы олмах керек. Иван Соловьев енді 4 йылдан берле контракт бойынша хызмет эте. Атта кие балалықтан сияхатлар хаджи, чыхмаға севеве силя иле мирахланайды. Шымды оқырымда атыжылар ротасын Чалыша орды яшайышының шарайтыне энді чоқтан алышты. Я сам выбрал эту работу. Я всегда с детства любил походы, путешествия, охоту, рыбалку. Хырымда энді контракт бойынша хызмет этмеге харар алғанларыны сайысы етерлі. Бүгінке күнге Сечулев ноқтаға бинге яхын контрактник мұраджат этті. Ве 400 геджи яхын адам Русия Федерациясының мудафа назерлігі қысымларына хызмет етелер. Мухаммед Зикиряев ве Магомед Нестуров, Милет телеканалы. Ахмеджитте Хырым Мали назерлігі коллегиясының кеніш топлашуы олып кечті. Эсас мевзу ағымда кесененің 9 айы девамында жұмхри бюджет шекленуы. Бір елға план көстергічінің ольчусы 41 миллиард рубледен арта, бүгінке күнде о 68 файзға бежерілген. Кечкен сенеге бақанда физик шахыслардан алынған бергі көлемі 14,5 файзға арты. Ама жұмхрет алада субсидия, дотация ве субвенция ала, бұ 71 миллиард рубле дендияде. Келер или бирабер бюджетнан масрафлары да арты. Мелихте садиет тасиль чтимаи сиясет весағылық сақлав саларына бусине тахминен 2,5 файзға зияде пара масраф етілді. 2017 сенеге бақанда ең зияде кухожалыққа пара йоланылды. Сбалансированная региональная политика и рост объемов господдержки агропромышленного комплекса способствуют росту инвестиционной привлекательности отрасли сельское хозяйство. На сегодняшний день, начиная с 2015 года, между Совмином и инвесторами подписано 62 соглашения. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства уже составил 760 миллионов, что выше на 50% по сравнению с прошлым годом. То есть эти инвестиции уже реализуются реально. Это не какие-то виртуальные цифры, а реальное поступление средств в экономику республики. Туған ве ачық телеканал. Ендіден Милет Меметовлар айлесінде яйнлай. Теле яйнларының кеніш спектры мамақ көйінің сәкенлеріні бір айдан зияде севіндіре. Өзгүзел кефлерінен олар бұз әлі пайлаштылар. Уйле сад бір ярым. Меметовлар айлесінің телеэкранларында информацион хабарлер программасы. Эксклюзив репортажлар ве күннің ән актуаль мевзулары. Он затронул там тему крымских татар. Хабарлерні біз бахамыз. Хабарлерді әр біршіні көрсете бізге аннаймыз. Яналықларны не олып кече дүнияда. Бізде Ахметчетте наз яналықлар бар. Эвел Меметовлар хырым татарларынен бағлы олған мевзуларақта хабердар олмай әделер. Оның үчін Милет телеканалының хадимлері әрбір істегенге рақамлы приставка ерлештірілгені ақта ешіткен сон бірден ареза яздылар. Нам сделали его, ну, считанные дни, да? А до этого мы ничего не видели. Смотрели вот этот местный черно-белый. Телевизор те садофи наш ханеде ерлештірілмеді, чүнкі тевиде ханум эксери хырым татар ханумлары кыбы чохусы вақытны айны бұ одада кечере. Севемлі телеканал есе бұ вақытны хош кечермеге ярдым әте. Чешет әкленже лейхалар жан сықылмасына шыфа ола. Мерақлы фильмлер, файдалы рубрикалар ве хырым татар тілінде мультфильмлер. Бұлар айпысы бір телеканалында. Бек яқшы программа. Бахамыз бүтін мемлекетлеріні жәмелерін көрсете. Милет телеканалының яны мұхысылары мод алып барыжыларыны вемер ақлы мудережелеріні қайдетелер. Көстерілген ярдым үчін олар теші күрлеріні білдерелер. Жители Петровской балки лишены элементарных благ цивилизации. Алла салғын берсін директорна Мусаевна, Ервин Казимовична. Алла салғыларын берсін эпсін бала чағасына, милетна, телевиденияна. Енді көреміз. Ер күні
Миллет телевизорымызны. Миллет бұд девлет тарафындан ачылған бірінші қырым татар телеканалыдыр. Оны әм қырымда әмді ярым ададан тыш сейретелер. Сержелерінің сайысы есе миллиондан зияды. Әндіден миллет бұ қорантаның кичік ананесыдыр демек мүмкін. Наджия Исаева, София Шукурова, Иван Евдокимов, Миллет телеканалы. Бүгін Қырым федераль университетінде Крым в современном международном контексте серлевала 4-й халқара форум озишыны девам ете. Чешет мемлекетлерден келген мұсафырлер тұш сиясетілі бағлы мұйым меселелеріні мұзакере етелер. Бұ Русияның Қыта қысмындан, СНГ мемлекетлерінден ве Қытайдан келген векілердір. Мұзакерелерінің эсас мевзусы Қырым ярмадасының инкишафы ве санкциялар ляғу етілуі, чүнке олар жұмхуретіні сынырлайлар. Емде 2014 сене ярмадада кечірілген референдум ақта сөз юрсетілді. Мы за самоопределение Крыма, мы поддерживаем требования разблокирования Крыма, мы поддерживаем требования прекратить все вот эти провокации против Крыма, дайте жить спокойно людям так, как они хотят. Вот что думает наша молодежь, потому что, опять-таки говорю, наши проблемы очень схожи с теми проблемами, которые сегодня имеет Крым. Ағырлықларыны көтермек, еңгіл, іждегіл. Бұ спорт чешетінде тек батырлар, рекордсмен ола білелер, ве ғалибе қазан алар. Бұ афта девамында ғырымлы пауэрлифтерлер, ярым аданы Мумрусия ярышларда юксек дәрежеде тақдим етілер, ве ата дүния рекордыны қойдылар. Мұхамед Декеряев тәфсілетларыны біле. Бойы кетінің сояды дауының ирішмелеріне келіше Денис Богатырев 150 спортшы арасында рекордсмен олды. Оятхан Ерден ағырылықларыны көтере. Егет Кокусынден 330 кило көтерді ве чемпионатта ойс чекі категориясында бірінжі ерген айл олды. О бұ спорт чештіні іле Тесадуфен оқырашы башлады. Оның оғылан қардашы штанга көтермеге тевсие етті. О күнден берлі Денисінің яшайышы денішті. Шымды оның мақсады бір 400 килоны көтермек. Мы буквально за день решили посмотреть вообще, есть ли какой-то там мировой рекорд в моей весовой категории до 110 килограмм. И когда я увидел, вот мой напарник говорит, посмотри, 320, я понял, что надо просто вот прийти и сделать. То есть уже за день я был готов к этому, хоть сейчас подойти и сделать. А когда уже все выполнил, вот когда я шел, вышел с помоста, вот эта энергетика вокруг, все люди говорят, что вот так и так, ты там молодец, молодец. А ты идешь как в тумане, потому что ты не понимаешь, что это действительно было сделано тобой. Вы представляете, что это, вот как это ощущение? Только потом ты со временем, когда уже начинаешь сходить, уже тогда эмоции начинают проявляться человеческие. Бұ афта девамында Москвада ятып ағырлық көтеріп бойынша чемпионат олып кечті. Тәдбірді дүнияның 25 мемлекетінден 900-ге жияқын спортшы іштірақ етті. Біздің ватандашымыз софт экипировка бойынша ән күчілі олмақтан ғайры дүния рекордын айырышты. Бұ спортының сыныралары ең ел-елдан пауэрлифтинг мұхлислерінің сайысы арта, ама тек ән күчілі спортшылар қойылған мақсадылар ғайрышелер. Қырымда бұ спорт чештінің инкишафына Жемхури Федерация қол тұта, әмде спортшылар өзлері де параларыны қошалар. Жим крымский, весь пауэрлифтинг вышел сейчас на довольно высокий уровень, благодаря тому, что у нас крымский жимовик Михаил Лихач приглашен на такой топовый турнир «Ярость стихий 2», который будет 1 декабря в Москве проходить в рамках чемпионата мира. Туда попасть совсем непросто. Михаил попал в число 18 лучших приглашенных жимовиков России в софт-экипировке. Он сильнейший жимовик Крыма. И вот он единственный софт-жимовик Крыма, который приглашен на столь сильный турнир. Это, я считаю, очень большое достижение всего нашего и жима, и пауэрлифтинга. Ағырлықлар көтермек қадынларының ішы дегіл дейлер чоқысылар, ама Адиле Рамазанова бойлы яшайыш тарзына чоқтан алышты. Идмаларыны бір күнге біле тоқтамай, қызның мақсаткерлары ве именлігі айретті қалдыра. Тамам бұ чезгілер қызға чоқтан чоқ ғалибе қазынмаға ве Шархи Авроп абсолют чемпион ұнваны ирішмеге ярдым етті. Спорт әлі оғырашы фонының ічін хобби дегіл, бұ оның екінші іші. Медальлер ве кубакаларға әмде оның беден азырлығына бақ Қанда Адиле бұ спорт чештіне тек бір ел оғырашқанына ишанмассын. Такой спорт мне нравится, потому что здесь, во-первых, в первую очередь зависит результат
от того, как ты подходишь к работе, от поставленных целей, ну, конечно, от желания. Вот. Единственное, что меня действительно вдохновляет, это, наверное, вера моего тренера в меня, вера нашей команды, то, что все получится и должна быть какая-то отдача. Вот это, наверное, движет мной, что я вот должна поднять, и мне хочется поднять. Когда все получается, хочется работать с большими весами, показывать более лучшие результаты. Бұспорт ешті илхан береве инсан беденіні имкенлары или айретті қалдыра. Пауэрлифтинг бұ ағырылқларыны севмек ве яны рекордларға ынтылмақтан ғайры инсан имкенларыны доғыру хуланмақтыр. Мухаммед Зикиряев ве Дмитрий Низовой, Миллет телеканалы. Қырым мұсылманлары үшін мұйым вақыа. Ярым Қырым татар театрынде Қырым мұсылманларының 6-й құрылтайы тешкіл олына жақ. Делегатлар Огдекі 5 илға жумхуретнан муфтесіні сәлі жақлар. Рей Беруф ачық кечедек. Театр бинасына істеген күші кіре бөле. Қырымның эпосы регионларындан векілер келеджегі бекленілем. Милет телеканалы жанлы эфирде Рей Беруфның кетішаты ве сайлаф нетіжелер ақта малюмат бережек. Октябрінің 27-сінде саат 11 бұчықтан Уйле Біргеде Милет каналында телемарафонны қачырманыз. Ноябрьнын 25-инде мили куреш бойынша Бутун Кырым чемпионаты өткерлежек. Жумхуретнын эса спортивтет бор энді эр ил кечиреле. Кырымда жынктен эвел улган урфадетлерні ғайрыдан тіклеп, тешкелячилар яны ананелер яраталар. Бу илдан башлап, ярыш олимпик чемпион Рустем Казаковнын адын оташы жах. Эпсі истегенлер иштирак эте бөлелер, тек бір шарт. Спортшынын 2017 сене октябрь бүріне жаланған Кырым пропискасы олмалы. Кырымнын шерлерінде ве районларында ноябрьнын 5-інден 19-на қадар сайлав турлар кечеджек. Чемпионатның финалы ноябрьнын 25-інде Тибе академияның спорт салонында кечеджек. Галиплярна 4 араба, имде пара мукефатлары беклей. Чемпионат жумхурет юл башчысынын Верусия Девлет Думасынын мебусы Руслан Бальбекнын қол тұтывы или кечерале. Сайлав турларда иштирак этмек үчүн ой шерлеріңізде яшлар спорт ве туризм идаресіне мурачат етіңіз. Малюматы үчүн телефон кошмайыды 978 732 08 39. Ярмада или бераберликте хави и чема сахмизджите дюртун джумум хорм хави фестивали кечта. Чукус инсанларнан севам лечим легана по шерген уста бариста де падлана. А чех чемпионат чухтан чух серджилер на топлада. Кукулы чем лекна дегустация ткенлер арасандаем демух бирмас инвера блязис булунда. Кырымда 4-нчы кере каве фестивали кечереле. Бүгүн бу жерде каве пшырген 17 уста чемпион олмак үчүн күрөшчү Галип Москва шеэрине Умум Русия ярышка жол алачак. Кырымдын эң жакшы баристасы лезетли каве пшырмек керек. Эр шей мутихасыз дереже де олмалы. Хата качырмага мүмкүн дейл. Оцениваем в первую очередь вкус, плюс мы оцениваем то, как участник выступает, потому что кофе создает в том числе окружение, и если чашку вам подают красиво, с историей, очень интересно, то, конечно, это значительно лучше для вас, когда вы кофе пьете. Галибей чун азарланмах керек, дей эр бір бариста, чунки хавины доғруп шермеки чун палы хаве машналарны сатын алмах ве истрарлық или чалышмах керек. Ама сонра бу ичимлік пшырылуы башка дереджеге көтерелі, дейлер хаве пшыргенлер. Очень серьезная подготовка, она занимает несколько месяцев, она требует финансовых вложений, они тратят порядка 30-50 тысяч на подготовку, на зерно, на все эти проработки, они тратят очень много времени на это. Это очень серьезная подготовка, и чтобы выступить, это очень большие усилия. То есть там имеет значение просыпанный кофе, неубранная тряпочка, не то слово сказанное. Кырымда 4-нчы фестиваль онларча хаве ширкетлерні топлады. Олар эрбіра ось махсулатыны тақдым етті. Бу ерде чешит мемлекетлерден чоқтан чоқ чешит бар. Экспертлерінің фикерлеріне көре, эрше хаве қавырылмасындан башлай. Большинство на стране пьют либо растворимый кофе, либо вот именно с горчинкой кофеин. То есть, как бы наша специфика, мы занимаемся средней обжаркой, то есть наш кофе не пережарен. Вот, в нем больше сохранено разных кислот, то есть здесь во вкусе мы можем чувствовать где-то шоколад, то есть где-то фруктовые ягоды, то есть как-то именно наша обжарка позволяет почувствовать больше ароматов кофе.
Бунен берабер фестивальде МДКАП-тестинг бойынша ярышлар кече. Бу каве ичип бакылыбы. Эмде бу быз тасавур эткенимиз эле фарклана. Эксериалларда ичимликни ютмайлар эмде бу иш турган ерде бежериле. Так, вот вы можете попробовать и сравнить. Это Кения? Это из Кении. Да, это кофе из Кении. Кения Карагута, это микролот. Очень вкусный кофе. Абсолютно нестандартный вкус, да. Что-то другое. Смородиновый, яркий, искристый. А вот для сравнения вам Бразилия. Она намного спокойнее, шоколадно-ореховая. Почти полностью лишена кислины. Да, этот, наверное, поинтереснее. Ну, кому как. Я, например, больше люблю Кению. Так что давайте за хороший кофе. Каве кадеми ичимлик ону милеттан эвел 9-нчы асырда ачтылар. Чешит милетлер ону чешит түрлүп ширелер. Бойлеже кырым татар айлесинде мисалы оларак эр бир киши бариста мусаферге каве пшырмек эйи анане эмде пшырыф тарзы да айрыла. Мы, крымские татары, варим кофе в медной джезве, непременно заливая свежемолотый кофе холодной водой. Подается кофе с традиционным крымско-татарским печеньем хурабье, со сливками хаймах и с кусковым сахаром кисмешекер. Мираклы делил биринчи кавехане Константинопольде 16 асырда ачылды. Кадынлар о заман эркеклер кавеханелерде отурганларына каршы чыктылар. Бүгүн эсе бу инсанларны бирлештирген ве достлаштырган ичимлик сайла. Энвер Аблизи, Сервин Эмиралиев, Миллет үчүн. Шындыкы саатка бу эпси маалымат кележе кабирлер программасына качырманас. Кошмек үзре сагылык менен калыңыз.